Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Матян, и мы продолжаем проходить игру под названием Кекс Шоп 2. Сегодня еще 5 уровней нас ждет. Вовремя бонус подошел. Ну что, последние два клиента. Красиво, не так ли? О, больше ППС пошло. В реальном кафе не будет у вас таких бонусов. Надо как можно быстрее обслуживать клиентов. Ну, вы понимаете, что это игра. Поэтому такие бонусы, как терпеливый покупатель, выполнить весь заказ одной фиговиной. У вас в реальной жизни этого не будет. Но это я говорю для тех, кто собирается работать в общепите.
Вот, уже красиво. Еще 3 уровня нас ждет. Сейчас будет обучение по приготовлению коктейля.
Стройка почти завершена. Это не может не радовать. Правда? Конечно. Смотри. Ну вот, последний уровень остался на эту серию. И в следующую мы уже пройдем последние 5 уровней. Почему никто не хочет коктейль? Хоть кто-то уже захотел коктейль, ну наконец. Все, на этом очередная серия подошла к концу. С вами был Масян. Подписывайтесь на наш, на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока и удачи!